Всем привет, ребят. Мы продолжаем сегодня ремонт. Сегодня буду перебирать башку. Времени у меня остается немного. Скоро начинаются огороды, шмороды, ну и так далее. Дел до хрена. А мотор еще не перебран. Мне его уже бы надо бы менять. Но я его еще не могу доделать. Не хватает времени. Вот. Делаю я все очень медленно, дотошно. Вот, то есть тщательно все чищу, мою, чтобы все чистенько было. Никуда ничего не попадало, никакой грязи. Вот. Поскольку условия у меня не очень хорошие. То есть и пыль, и грязь приходится все по нескольку раз перетирать, перечищать. Вот, поэтому долго. Вот, ну, просили в комментариях показывать запчасти, да, которые ставлю. Ну, буду показывать. Если вам все-таки интересно. Вот, ну, сальники я уже показывал, да. Менял я там Victor Reigns ставил. Вот оригинальный сальник. Это у нас сальник распредвала. Сальник коленвала я уже поменял передний. Ставил тоже оригинальный. Заказывал. Так. Ну, вот еще, кстати. Кому интересно, кто будет перебирать цилиндры задние тормозные. Вот цилиндры я ставлю вот такие вот. Вот номер его. Стоит он уже несколько лет. То есть не ржавчина не покрывается, ничего, нормально. Вот. Это у нас калипер. Парц какой-то НК. Вот такой. Так что, в принципе, не знаю, сейчас они есть в продаже или нет. Я их покупал давно уже. Вот. Ну, сальник коробки показывал я уже в предыдущем видео. Сальник вот. Почему-то на нем написано Mazda. Но это сальник штока выбора передач коробки. Может быть, они на Mazda тоже их делают, не знаю. Не интересовался. Втягивающее реле карго такой ставлю, тоже ходит хорошо. Номер кому интересен, вот, ну, для заказа. Ну, погнали перебирать башку. То есть, ну, я вам запущу в ускоренном сейчас режиме, потому что вы замучаетесь смотреть, это на полдня дело. Вот, а башка она еще не разобрана, вот стоит. Сейчас я ее разберу, ну, то есть сниму распредвал, рассухарю все это дело, буду клапана притирать. Вот у меня есть рассухариватель, купил, не знаю, куда-то у меня пропал, найти не смог. Паста притирочная. Ну и съемник маслосъемных колпачков. В принципе, больше ничего и тут и не нужно. Girls with the nails done.
think the girls with their nails done now. Так, ну вот, бошку я, в общем-то, собрал, все колпачки поменял, колпачки хреновые были, все деревянные, башочка вот уже, я ее закрыл, все помыл, почистил, вроде бы все как хорошо. Вот. Сейчас буду смотреть кольца, кольца у нас, размер не знаю, надо уточнять. Почистить их будет, посмотреть колпачочки, вот они все, короче, они деревянные, все пропускали, кроме пятого цилиндра, внутри у них нагар уже есть. Сейчас вот возьму их на свет, покажу. То есть вон там, вон, если видно, нагар такой здоровый внутри колпачков самих, то есть они вообще забиты, соответственно, уже колпачки не работали, нагар просто огроменный в них. Правильно сделал, что залез и поменял, иначе бы начала бы жрать масло машина. Да точнее, она уже, скорее всего, что жрала, просто было незаметно, потому что я как бы на ней не ездил. Вот, ну, заводил, глушил, как бы. Вот, там, уровень масла был в норме. Вот, ну, машина по полчаса работала, как бы. Вот, за такой короткий период масложор не заметишь. Это надо ездить там несколько месяцев и наблюдать. Так что сейчас буду менять кольца. Ну, и начинать уже собирать мотор. Ну, вот, ребят, о чем я и говорил. О чем я и подозревал, что я и подозревал. То есть компрессионные кольца изношены, а масляное вот залегшее. То есть оно вообще не работает. Оно утоплено и даже его не вытащить. Оно залегло,
за подлицо с поршнем. Вот, не знаю, как вам видно. Вот оно залегло вообще конкретно. Его даже не снять. Он даже не двигается. Вообще не двигается. Ну и вот, собственно, сама поршневая ханинговка. Не знаю, видно вам, не видно. Ханинговка есть. Она как бы не шибко хорошая, но... Ну, точнее, даже в принципе хорошая ханинговка. Хорошо видно ее. Вот. Не знаю, как посветить бы вам так, чтобы вам видно было. Есть хон. Ну, короче, завтра закажу кольца и поменяю. И будет все нормально. Моторчик будет полностью обслуженный, исправный, рабочий. Поршни у нас оригинал. Вот они, значки. Volkswagen Audi. Так, здесь у нас, не знаю, ничего не вижу. Так. 82-35 размер стоит. 82-35. Что вот здесь написано? Норал. Не знаю, что обозначает. Так, итак, колечки у нас приехали. Колбиншут, все как я хотел. Сейчас будем их менять, но весь процесс снимать не буду, потому что это очень долго. Засниму один цилиндр только и буду собирать дальше. Вот вам покажу только на примере одного цилиндра. Вот. И то в ускоренном режиме, потому что я делаю все очень долго и медленно. Дней. Вчера я собрал мотор, камеры у меня с собой не было, поэтому процесс не снимал. Вот. Ну, в принципе, там что оставалось-то снимать, так особо-то было и нечего. Вот. То есть оставалось мне поставить башку. Башку я поставил, все протянул. Ну, кто не знает, порядок затяжки. Порядок затяжки у нас 40-60 и 2 по 90, либо 180. Вот. Ну, я тянул 40. Жду час, чтобы прокладка села. Потом 60, еще час. Ну, полчаса, час жду, чтобы она еще просела. И потом уже два раза по 90. То есть тяну, ну, уже все. Как бы чисто буду. Вот. Кто не знает,
порядок затяжки, то есть нумерацию. Ну вот я покупал прокладку L-Ring ГБЦ, у нее есть бумажка такая в комплекте, у нее есть порядок затяжки, ну то есть по болтам, да, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, ну и так далее. Начало мотора, то есть у нас вот шестереночка здесь нарисована, то есть это у нас первый цилиндр получается, ну, от начала мотора к концу. Вот, L-Ring, в принципе, прокладка неплохая, вот, по мотору поставил я, моторчик вот уже собранный стоит, но осталось поставить клапанную крышку, она просто так еще лежит, не прикрученная. Буду ставить ее на герметик, потому что прокладку заказывал Виктор Рейнс под нее. И что-то она мне по качеству не нравится. Может быть, попался левачок. Не знаю. Сейчас вот сниму. Покажу вам. То есть вот она прокладка. Так, темно. Сейчас свет добавлю. Оп. Упало. Вот у нас прокладочка. То есть здесь вот она вся лежит хорошо, а вот это вот место у нее загибает. Вот. Его ставишь на место, она все равно выгибается. То есть и вот здесь вот эти места, вот они не на месте, уголки. То есть их прижимаешь, и прокладку поднимает. То есть когда сядет клапанная крышка, вот это вот место, оно прижмется, и у нас прокладка не на месте, то есть щель получается. Я ее на герметик посажу, ну, дополнительно, вот, чтобы точно не потекла. Вот так, в принципе, по мотору все, осталось собраться с силами его поставить на машину, на холодную его еще обкатаю, ну, снимать уже не буду, там, в принципе, это все фигня. Вот, залью масло на холодную, его стартером покручу сколько-нибудь, чтобы он притерся, прикатался. Вот. Ну и в принципе все. На этом, я думаю, что ремонт мой будет закончен. Пока что. Ну, сегодня у меня плановая замена масла на шестой. Вот она стоит уже тут. Сейчас изобрету опять эстакаду. Чтобы на ней поменять масло, надо снять защиту. По-другому никак к фильтру, к масляному не подобраться. Он у нас находится вон там, он под впускным коллектором. То есть, чтобы к нему подобраться, надо снять либо впускной коллектор с бачком, вот, либо снимать защиту и как-то подбираться снизу. Вот. Здесь это вообще неудобно. Не продумано в этой машине. Замена масла целая проблема. То есть, либо надо подъемник, либо эстакаду. Вот, чтоб масло заменить. Ну, сейчас буду копаться. Сегодня у нас сходка. Через несколько часов мы поедем на сходку. Вот. Ну, пока время есть, несколько часов. Вот решил заняться, поменять масло. Вот, масло, короче, купил разливное УЕМ 10-40. Ну, на тот мотор 10 литров взял. 5 литров взял на обкатку. Вот, и на эту машину поменять его, то есть вот две баклашечки. В принципе, масло вроде как неплохое. Ну, по крайней мере, вот эта машина, она с капиталки ездит на нем. Big фильтр. Это на эту машину. Не знаю, как оно, в принципе. Но скрывал клапанную крышку, да, менял прокладки. В моторе все чисто, все нормально, как бы нареканий к нему никакого нету, к этому маслу. Вот оно разливное, то есть ОЕМ 10В40, было здесь 5В30, но 5В30 уже, я думаю, что сюда смысла лить нету. Вот, решил перевести ее на 10В40, как бы, ну, уже разницы-то особой такой нету. Вот, так что сейчас буду менять. Так, ну, в общем, маслишко я поменял, это было хоть и непросто, но я это сделал. Пришлось все равно снимать бачок расширительный, чтобы фильтр открутить, потому что снизу вообще никак не получилось. Осталось тут после меня это вот защиты, грязь, слишком немножко тут понатекло.
Вот, масло было очень грязное, не менено очень давно. Жена у меня не любительница масла менять. Вот. Были какие-то ошметки, эмульсия. Ну, это после зимы. Ну, это у всех, наверное, так. Поэтому после зимы как бы надо лучше обязательно масло менять. Лучше не перед зимой, а после зимы. Вот, эмульсии вообще было до хрена и на крышке, и на самой, и на щупе. Вот, и с масла стекло. Вот, ну и грязь так, конечно, была. Ну, уже масло, наверное, года полтора точно не менялось. Сколько проехало, не знаю, она. Я ее пробег не замечаю. Вот, как, короче, говорит, что поменяй. Вот, еду, меняю. Ну, сейчас поставлю клапанную крышку на мотор, на герметик. Я ставлю, чтобы он у меня за несколько дней высох. Вот, ну и думаю, уже на следующей недельке где-то буду его менять. Вот, ну, снимать уже как крышку ставлю не буду. Тут, ну, что тут снимать? Сейчас намажу ее герметиком, подсушу чуть-чуть и прикручу. Вот, ну, уже в следующем, наверное, выпуске там поснимаю, как меняю мотор, с какими там трудностями, может, столкнусь, а может, не столкнусь, может, все нормально. Вот. Ну, в общем, всем пока, всем спасибо за просмотры. Вот. Поддерживайте лайками, пишите комменты, спрашивайте, кому, может, что непонятно. Ну, все жалуются на звук, что звук плохой. Вот. Ну, пока ничего с этим сделать не могу, как бы. Ни времени, ни денег не хватает. Ну, сами знаете, сейчас в стране ситуация хреновая, лишние траты, как бы, не особо-то хочется делать. Вот. Ну, по возможности, может, потом куплю микрофон, чтобы получше слышно было. Стараюсь и так погромче говорить, вот, и снимать в тишине. Даже музыку выключаю, чтобы не мешалось. Ну, все, всем пока.